В Серпуховском реабилитационном центре «Меридиан» с детьми занимаются опытные психологи, воспитатели и педагоги. Успешнее всего социальной адаптации малыши с ограниченными возможностями здоровья учатся в игровой форме. Накануне ребята отметили в центре День космонавтики. День космонавтики в Центре реабилитации «Меридиан» стал настоящим праздником для детей группы дневного пребывания и амбулаторного курса. Малыши пели, строили ракету, водили вокруг нее хоровод. Смотрели документальное кино про полет в космос Юрия Гагарина и отвечали на вопросы викторины. Константину всего 4 года, но про Юрия Гагарина он знает все. Он смелый, красивый. И все талантливый. Откуда ты это знаешь? Кто тебе рассказывал? Мила. Милы дети называют педагога Мириш Тахмазову, организатора всех мероприятий, в которых принимают участие воспитатели, дети дневного пребывания, амбулаторного курса и родители. Нам очень нравится сюда ходить. Мои дети постоянно спрашивают, когда мы снова пойдем в «Меридиан», что мы будем еще делать, когда будем танцевать. Мы очень рады, что мы сюда ходим, посещаем. Думаю, что другим родителям и детям тоже большая польза и развитие детей прежде всего. Маленькие пациенты центра «Меридиан» – это детишки с теми или иными проблемами в здоровье. Поэтому любое мероприятие направлено прежде всего на развитие детских способностей и навыков. В процессе подготовки к празднику дети лепили, рисовали, учили стихи, танцы и песни. Это сопряжено с развитием мелкой моторики, координации, памяти. Благодаря профессиональной работе педагогов и воспитателей, День космонавтики в Центре реабилитации инвалидов «Меридиан» стал образцовым мероприятием, направленным на улучшение психического, физического и эмоционального состояния детей.